Пример, как говорится, должен скакнуть всего на 110 метров. Но зачем ему так-то? Он делает классный прыжок за капоинт. И ставит жирную точку в борьбе за золото командного турнира. И трибуны, которые оккупированы норвежцами, наверное, процентов на 60, не меньше, а то и на 70, все ликуют снова сегодня, как после двойной победы в Тремилле, как называют они тридцатку женскую. То есть марафон вообще слово как бы не фигурирует. Тремилла завтра. Пятидесятка мужская. Где сражение будет? Где норвежцам просто так никто не даст захватывать призовые места? И Колония снова супермотивирован. И российская сборная в полном составе, конечно, тоже готова сражаться. Ну и хозяева, и финны. Там будет интересно. Не пропустите.